Обыкновенная горехвостка. Немного меньше воробья, держится в основном в древесных кронах, периодически появляется на земле и у земли. Характерное потряхивание слегка опущенным хвостом. Перепархивая, горехвостки раскрывает хвост, и он как бы горит, вспыхивает рыжим цветом. Гнездовые биотопы – негустые леса различных типов, опушки, обычно в селах, городах, при наличии в них парков, скверов или хотя бы одиночных деревьев. В естественных условиях гнездовая плотность более всего определяется наличием в лесу дупел. Самец занимает территорию только при наличии в ней места для гнезда. Обычно заселяет старые дупла дятлов, либо другие полости в древесных стволах или толстых ветвях на самой разной высоте. Типичные насекомоядные птицы высматривают беспозвоночных с присадой, подбирают их с земли либо с веток. Нередко ловят в воздухе, охотно едят ягоды.